Это канал Moscow Street. С вами я, Дана, и наш оператор Закария. Сегодня 4 ноября, День народного единства. Но что это за праздник? Почему его стали отмечать и с каким историческим событием он связан? Мы находимся на Красной площади, рядом с памятником Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 4 ноября 1612 года народное ополчение под их предводительством выдворило из российской столицы польских интервентов. Более 10 тысяч людей объединились и дали отпор врагу, продемонстрировав героизм и сплоченность всего народа, вне зависимости от их происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Но знают ли об этом граждане столицы? Сегодня мы это и попытаемся выяснить. Что сегодня за праздник? День народного единства. А почему его отмечают и с каким историческим событием он связан? Я не знаю. Я тоже не знаю. Может, какие-нибудь предположения есть? Нету. Что сегодня за праздник? День народного единства. А почему его стали отмечать и с каким событием он связан? А я просто из Омска приехал, то есть на соревнования, я просто тут отдыхаю, получается. Это всероссийский праздник. Ну, я особо не вдавался в подробности, то есть не про... А какие предположения? Вот День народного единства. Ну, это когда все народы, то есть объединяются, празднуют вместе, то есть неважно какой ты национальности, вот. А почему его вдруг начали вот праздновать? Я не праздную, я просто пофотографироваться. А может, вы знаете личности, с которыми связан этот праздник? Нет, не знаю. А вот вы сейчас находитесь на Красной площади. Как думаете, с кем это может быть связано? С Лениным. А еще? С Путиным. Что сегодня за праздник? День народного единства. А почему его стали отмечать и с каким историческим событием он связан? 1612 год, освобождение от шведско-польских интервенций. А под чьим предводительством? Минин и Пожарский. Да. Минин и Пожарский. Что сегодня за праздник? День народного единства. А почему его стали отмечать и с каким историческим событием он связан? Ой, не знаю точно. Наверное, что-то с Мининым и Пожарским связано. Да, правильно. А в каком году? Скажите. Пожарский. А что произошло, да, и в каком году? Ой, в каком году произошло? 1612. Самая младшая ответила. Правильно. А что произошло в этот день? Ну, сбор войск против польского нашествия. Что сегодня за праздник? День народного единства. А почему его стали отмечать и с каким историческим событием он связан? Ой. С историческим событием. Почему вот вдруг вот День народного единства? Ну, связано с Мининым и Пожарским, когда было выступление, по-моему. Освобождение Москвы. Да. Сегодня за праздник? Сегодня? Да. Россия. А с каким историческим событием он связан? Я? Что сегодня за праздник? День народного единства. А почему его вдруг начали отмечать и с каким историческим событием он связан? Связан с Мининым и Пожарским. Что сегодня за праздник? День народного единства. А с каким историческим событием он связан? Не знаю. С Днем народного единства. Ну, почему его вдруг начали отмечать? Что произошло в этот день? Ну, объединили, наверное, что-нибудь. Что? Не знаю. Ну, может, мне кажется, люди как-то становятся более дружными, понимающими друг друга. А может, какие-нибудь личности связаны с этим праздником? Возможно, да. Да. Я не знаете, кто? Мы не знаем. Что сегодня за праздник? День народного единства. Почему его начали отмечать, с каким историческим событием он связан? Я больше за праздник День 7 ноября, Красный день календаря. А именно вот 4 ноября, День народного единства. Объединение всех народов нашей страны. А с какими личностями связан этот праздник?
Ай-яй-яй. Дайте шпаргалку. 1600-е года. Смута? Ну, наверное, да. Давай, дочь, ты по истории у нас. Смутное время. Что сегодня за праздник? Ну, День народного единства, наверное. А с каким историческим событием он связан и почему его отмечают? Ну, связан с Мининым и Пожарским в каком-то тысяча... давно-давно. В 1612 году. Что сегодня за праздник? День народного единства. А с каким историческим событием он связан? Этого я не могу сказать. А, ну, почему его вдруг начали отмечать? Может, есть какие-то догадки? И а с какими личностями ассоциируется этот праздник?